В слете приняли участие 19 команд в трех возрастных группах из районов и городов области, а также из Североказахстанской области. Цель мероприятия – пропаганда туризма в регионе, обмен опытом, а также выявление сильных команд для участия в республиканских состязаниях по туристическому многоборью. В данный этап Кубка входит у нас комбинированный туризм. Здесь наши ребята-туристы отрабатывают элементы как горного туризма, так и пешеходного и водного туризма. В данное мероприятие у нас собрали 120 человек из Акмолинской области, плюс Петропавловская команда еще у нас. По итогам уже будет в Акмолинской области будет сформирована и сборная Акмолинской области по туристскому многоборью. Мероприятие включает в себя 4 дистанции – личнокомандные, технические, кросс-поход и спортивное ориентирование. Кроме того, в программу слета включены и творческие соревнования. Это конкурсы бардовской песни и фотографии. Мы приехали на слет, областной слет «Осенний листопад» ко Дню всемирного туризма 27 сентября. У нас сегодня проходили вот личная командная дистанция и техническая дистанция. Это получается у нас скалолазание идет. Идет командная работа здесь, крутонаклонная переправа, ориентирование. На технической дистанции мы поднимались, первый блок это был подъем жумаром с командной страховкой. Потом мы пошли переправу, прошли тоже с командной страховкой и пошли на скалу лазить. И потом на личке мы там проходили подъем жумаром тоже, перестежки, переправа, кочки, спуск дюльфером. По итогам соревнований первые призовые места заняли среди юниоров Зериндинский район, в юношеской группе город Кокшетау. Во взрослой возрастной группе одержали победу Зериндинский район. Призеры соревнований получили ценные подарки и награды. Победители будут защищать честь Акмолинской области на республиканских соревнованиях. Нурсултан Ибраев, Василий Вережников, Абай Тулейген, Кокши Ахпарат.